Сегодня у нас 20 декабря 2017 года. Это у нас время без 15:12 ночи. Вот у нас сестра Рахиль уезжает сегодня с Божьей помощью. Это ее сумки. Тут, наверное, у Надежды Васильевны. Тут закрыто у них. Вон они. Доброе утро, Надежда Васильевна. Ну, так ты скорее включи свет-то. Че, уже приехал? Он же только звонил, говорит. Уже подъехал, да? Уже подъехал. Не выходите, не мерзните. Все, давай. Вот. Это наша дверь. Это Надежда Васильевна дверь. Это ее окна. Светятся. А это что? О, где тебя, брат? Приветствую, брат. Ну, ты все дела. Все дела. А сумочку с этим, да? Да, ну, добрый вечер. С Калиной ты взяла? Да, все взяла. Вот тут он комнате. Ага, ничего не забыла. Ничего нет. С Богом. А где Игнатий? Он спит? У себя. А, да. Ну ладно. Не буду, да, заходить? Не зайти. Да не, пойдемте. Время-то идет уже. Олег, а где Игнатий спит? Он дома у себя отдыхает. С Богом. Богом. Ты не поедешь, поедешь? А вы другие сами? А, нет. А я что-то поеду туда. А ты хулиган. А? Ты хулиган. Чего хулиган-то? Ты чего хулиганишь? Зачем обратно положил деньги? Я сегодня поплакала, полежала, помолилась. Ну все, слава Богу. Благодарю за все. Так, помолиться, да, надо? Господи. Благодарю тебя за все. Аминь. Аминь. Знаете, слушаю еще. Низкий поклон. Давайте, брат. Хорошо, что приехали. Ага, спасибо за все. Все, спасибо, Христос вас. С Богом. Давайте. Ладно, ребят, давайте, счастливо. С Богом. С Богом. Слава Христу! Аллилуйя!